Когда ругают Путина, мне не так обидно. Во-первых, я бы хотела напомнить, что Совет по вопросам международного вещания – независимое агентство федерального правительства США, которое руководит всеми гражданскими международными СМИ, имеющими поддержку правительства. Мне было обиднее, когда хвалили Горбачева и Ельцина. Я, безусловно, перенаправлю ваш вопрос к ним, если вас интересуют подробности. Какой ответ умный, да? Тем не менее, я бы сказала, что есть озабоченность, которую мы разделяем, а именно, что количество независимых СМИ внутри России уменьшается, а Кремль увеличивает давление на немногие оставшиеся СМИ. Когда такие, как Америкосы и Евросоюз, ругают Путина, значит, мы на правильном пути с точки зрения внешней... Но внутри страны это что-то страшное!